Здравствуйте, в студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. Опережающими темпами третий блок Ростовской АЭС построили раньше срока и включили в единую энергетическую систему России. Инвестиционный рост. Губернаторскую сотню могут дополнить еще три проекта. Защита прав и интересов. Бизнес-омбудсмен подвел итоги своей работы за год. На Ростовской АЭС состоялся пуск третьего энергоблока. До последнего времени на атомной станции работало два реактора. Третий должны были сдать в следующем году, но работы удалось завершить раньше намеченного плана. О событии, которое уже стало историей, репортаж Владимира Савеленко. Этот день приближали как могли. Строители, монтажники, пусконаладчики шли к нему целых 5 лет. И вот последние часы и минуты перед энергопуском – включение генератора третьего блока в сеть. Мы подходим к первой синхронизации энергоблока с сетью. Реакторная установка сейчас работает на 30% мощности. Значит, турбина вышла на номинальные обороты 1500 оборотов в минуту. Производятся электрические испытания на генераторе. Блочный пункт управления энергоблока номер 3. Сегодня здесь весь генералитет отрасли. Завершаются последние перед включением испытания. Колоссальное напряжение ощущается даже в воздухе. Начинается синхронизация генератора с сетью. Внимание, включаем генератор в сеть. Есть включение генератора, выключателя ВГТ. Есть! И вот блок включен в сеть и начал выдавать свои первые киловатт-часы в единую энергосистему России. 27 декабря, 0 часов 24 минуты. Время Че не только для нового блока Ростовской АЭС, но и для всей атомной отрасли. Турбогенератор третьего блока Ростовской АЭС был синхронизирован и соединен с энергосистемой. Вот на том приборе вверху видите цифра 75. Это та мощность, которую сейчас третий блок Ростовской АЭС выдает в энергосистему. Блок пущен на 2 месяца раньше намеченного срока. Сделать это позволила высокая степень его готовности и качества, которая обеспечивает эффективную и в первую очередь безопасную работу объекта. Сокращение сроков – это экономия и дополнительная продукция в объеме 2-месячной выработки. Это работа целенаправленная, которая ведется руководством госкорпорации, нашими специалистами. И есть целый план мероприятий, который обеспечивает снижение стоимости. Эта работа ведется совместно с заказчиком. Выстроен целый специальный механизм. Думаю, что это позволяет нашей компании быть конкурентоспособными на рынке. Именно поэтому, или скажем так, в том числе поэтому, мы имеем самый большой в мире портфель заказов на сооружение атомных станций. Эта цифра сейчас приближается к 60 миллиардов долларов. Эта цифра не секретная. Мы гордимся этой цифрой, потому что это победа российских атомщиков и признание российских атомщиков в мире. То есть мы сегодня на рынке номер один. Более трети рынка уверенно держится в руках России. Ростовская АЭС обеспечивает электроэнергией Поволжье, Северный Кавказ и южные регионы России. С пуском третьего блока Ростовской АЭС на юге страны появилась дополнительная генерация. В связи с этим встает вопрос о перспективах энергоснабжения Крыма. Может ли Ростовская АЭС обеспечить полуостров электричеством за счет избытков собственной генерации? Да, безусловно. Вопрос же не только в источниках генерации, а и в линиях, по которым эта энергия передается. Если линии будут построены, значит, эта энергия пойдет туда. Владимир Савеленко, Светлана Черноусова. Главное – бизнес. Донская экономика сильная и стрессоустойчивая. Подтверждение тому – ключевые показатели, которые выше среднероссийских. Инвесторы не отказываются от намеченных планов Ростовской области. Губернаторскую сотню могут дополнить еще 3 завода. Проекты рассмотрели на последнем в уходящем году заседании Совета по инвестициям. Подробности далее в программе.
Донское ноу-хау – производство террасной доски из рисовой шелухи – может получить особый статус. Совет по инвестициям рекомендовал включить уникальный проект в губернаторскую сотню. В списке приоритетных также могут появиться еще два предприятия. Одно из них производит мюзле – это проволока для шампанского, другое – рыбные снеки. У нас на сегодня 56 инвестиционных проектов губернаторской сотни. Если губернатор примет решение по нашей рекомендации завести эти три проекта в губернаторскую сотню, то у нас их станет 59 на конец года. Безусловно, эти для нас любые проекты они важны. Заводы по производству мюзле и древесно-полимерного композита будут построены в станице Мишинской Аксайского района. Стоимость первого – 12 миллионов долларов. Речь идет об уникальном для России производстве. Фактически компания будет монополистом в России, которого, ну, наверное, уже невозможно будет в обозримом будущем с этого рынка подвинуть. Компания будет занимать больше 60% российского рынка и производить больше 200 миллионов изделий в год. Это импортозамещающее производство. Инвестор планирует производить мюзле экстра-класса, которое сейчас выпускается на западе Европы, рассказал Игорь Бураков. На втором заводе будут производить террасную доску из рисовой шелухи. Технология региона, их продукцию, которую они первыми в России смогли выпустить на этой технологии, она получила ряд наград, премий, ее признали инновационной продукции 2014 года. И, соответственно, новый завод будет ориентирован не только на импортозамещение, но это еще будет и очень инновационное предприятие. Стоимость предприятия по выпуску изделий из древесно-полимерного композита – 15 миллионов долларов, а инвестиции в завод рыбных снеков составят 500 миллионов рублей. Предприятие построят в Новошахтинске. В качестве сырья будет использоваться донская рыба. Сергей Мирошниченко, Мария Индрикова, Станислав Фоменко. Главное – бизнес. Донской бизнес-омбудсмен в уходящем году рассмотрел более 200 жалоб. Большая часть из них связана с земельными спорами, бездействием властей, а также уголовным преследованием предпринимателей. Об этом Олег Дереза рассказал журналистам деловых СМИ региона. Мария Индрикова с подробностями. В этом году в Ростовской области впервые в России был реализован пилотный проект по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в строительной сфере. Речь идет о так называемой «последней миле», когда уже все готово к подключению к объектам инженерной и коммунальной инфраструктуры. Соблюдение новых нормативов мониторил аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. Если некоторые шероховатости сохранялись по поводу ресурсов основывающих организаций, то это справедливость. Многие предприниматели отмечали о том, что они видят и замечают, что отношение к ним именно со стороны тех процедур, которые находятся в зоне ответственности муниципальных властей, они действительно ускорились, поменялось даже отношение именно там чиновников, все стараются помочь предпринимателям. Каждый третий предприниматель, который участвовал в пилотном проекте, заявил, что нормативные сроки не соблюдаются. Зачастую акт выбора земельного участка утверждался более 100 дней. Однако, по словам Олега Дерезы, нарушения часто касаются непредставления каких-либо сведений. Одна из самых больных для бизнеса тем – земельные споры. Например, в городе Шахты неутешительная статистика. То есть они получают там, по-моему, 1600 заявлений, значит, заявок, допустим, на земельные там участки. Из них 963 отклоняются сразу, и еще из остальных 101 тоже отклоняется. И сначала я насторожился, я это писал карандашиком, почему-то они откровенно говорят, то есть это чиновники говорят, без всяких там купюр, то есть, и я говорю, подождите, ну, статистика-то пугающая, то есть, на самом деле, тут даже не 35%. Говорят, да, но, говорит, несмотря на то, что у нас все открыто, люди все равно там пишут заявления на занятые, свободные, на занятые участки, которые не принадлежат даже муниципалитету, а принадлежат уже частным лицам, которые обременены, допустим, которые... И, говорит, поэтому мы, говорит, вынуждены отказывать. И все же город Шахты в муниципальном рейтинге, который раз в 3 месяца составляет Донской бизнес-омбудсмен, на первой строчке. Это означает, что власти не отмахиваются от проблем предпринимателей, а ведут с ними диалог. Мария Индрикова, Юрий Санкин. Главное – бизнес. И на этом наш выпуск завершен. Всех с наступающими и до встречи на нашем канале в новом 2015 году.